Короче, был один такой чувак, работал долбоебом. Хорошая работа, я себе такую тоже бы хотел. Чё хочешь, мог сломать? Сайт там какой-нибудь, проект. Раз, взял и сразу все сломал. Так вот. У него еще такая шапочка была. На ней написано «Я грузин». Он что-нибудь такое сломает, и все так кричат. Кто сломал? И говорят, ну, это какой-то грузин сломал. И понятно, идут кто-нибудь пиздят грузин. Долбоеба, конечно, они пиздят. Он шапочку снял, другую надел. Тоже хорошая шапочка, но это другой разговор. Короче, вот. И была такая история с этим долбоебом. Он, значит, сидит там где-то на берегу Индийского океана, моет в нем сапоги и думает о трансцендентном благе. Вот. А там, значит, на берегу какой-то старикан, нищеброд, понимаешь, маячит, загораживает горизонт событий. И долбоёб ему так говорит: «А ну, нищеброд, пошел отсюда нахуй. Ты кто такой?» А нищеброд говорит: «Я, говорит, великий Будда. Я, говорит, здесь 1000 лет стою уже. Сторожу, понимаешь, вселенную, чтобы с ней ничего не случилось». А долбоеб так говорит, все говорит, хватит сторожить, пошел отсюда нахуй, ты мне не симпатичен, у тебя цепи золотой нету, зубы у тебя не золотые, без шапочки ты. Вообще не Будда никакой, а какой-то просто нищеброд, понимаешь, самозванец. Ну вот. И значит, Будда ему так в ответ: «А ты сам-то кем работаешь?» Тот говорит: «Долбоебом работаю, все ломаю». И Будда так говорит: «Да я тоже это умею». Это, говорит, любой ребенок умеет. А долбоеб так: «Ну, любой ребенок, конечно, тоже ломать умеет. Но вот такой, как я, сломать, я, говорит, могу вообще просто». Ну и начали они силами мериться какими-то магическими. Море, понимаешь, взволновалось. Стали какие-то происходить трансцендентные события. Вот. И потом, что дальше было, никто, в общем, ясно не знает. Одни говорят, что долбоеб победил, а Будда на дно ушел. Другие говорят, долбоеб ушел на дно. Будда победил. Это вообще-то неясная какая-то история. Так что если вы что знаете, как там все сложилось, расскажите, пожалуйста. Нам будет интересно послушать. Вот так.